Доброе утро, день, вечер, ночь. Ну, мы продолжаем. Я думаю, эта серия последняя. Хауина. Он меня разочаровал. Потому что за сынков-то играть не очень. По всем параметрам. Поэтому и забил армию зверьем. Уже на автомате фигачу. Ну, осталось просто дожить до последней битвы. И разнести Хюгадину в этой битве. Сика-сика. Да-да-да. Так, что мы можем сделать? Ну, здесь я упоролся. Будут преследовать их проблемы. Не будут. Ну, значит, так и должно быть. Так. Этих мы пока оставим. О. Так. Как вас урас? Буртыга. Буртыга, буртыга, да. Да, все уже на автомате. Ой, ой, ой. Благодарю, благодарю. Что, кто Сосун? Прости меня. Ну ладно, пусть будет Сосун. Ладно, сиди, 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 сиди. Сиди смирно. Ну это пока мы не будем трогать. Пригодится. Где у нас еще товарищи? Ах. Ах, 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 у нас еще здесь товарищ. Так, передислокация. Ну, в принципе. Даже если они прыганут, тогда мы проведем обряд. О! Здесь у нас вроде как не охвачено еще. Несмотря на то, что мы идем уже к финишу, не забываем. Ну, шо, прыгаешь? Оно было понятно, поэтому не заморачиваемся. А, воен... А зачем мне? Зачем мне с ними? Я тебя не понимаю. Ну да ладно. Здесь чем есть поблизости, интересно? А, есть. Есть, есть, есть. Ладно, это мы пока оставим как есть. Добить. Гарлок кака. Гарлок кака. Ну, я согласен.
Все они кака. Чайтакса. Так, что у нас? А, ну... Тупо особо незамороченный компьютер, поэтому не смог далеко убежать. До свидания. Где-то здесь они и проявят себя через 7 ходов. Как-то так. Легендарный вождь. Ну давай, вождь. Ясно, понятно. Кого сюда можно? Давай мы сначала тебя снарядим чем-нибудь, А давай-ка ты у нас тоже будешь это самое. Завров. Вах-вах, да, вах-вах. Во! Во-во-во-во-во. Так, а что у нас здесь можно сделать? А ничего. Ладно. Быстрые ноги делать, быстрые ноги, да. Оппортунист, приспособленец, да? Ладно. Так, Маздамунди, Маздамунди, Мунди. Ой, Мунди, 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 давай. Храмовая стража. И... У-у-у-у-у. Уда. Мощь, будет у тебя мощь. Альнер, лорд Крок. Вождь, 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 вождь. Здесь мы закончили. Ну давай тебя тогда качнем. Да, здесь мы тоже закончили.
Как-то так, да. В принципе, этот товарищ может дальше забиваться вот этим барахлишком. Ну что, вы там справляетесь или что делать-то будете? Как вы тут это, живете? Мудрость. Да ладно, как-нибудь. Ха, уничтожены. Это кто это у вас так? Ну-ка. Чпокнули вас тут это. Тобой. Короче, кто-то чпокнул их. О. Сопротивленько выстрелом. Ну давай будет у кого-нибудь из вас. Вот это хорошую армию я сделал. Так, что у нас здесь дальше? Вот, показывает. Да-да-да. Оу-оу-оу-оу, маг, 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 маг. Давай. Титу Сотек, да. Кар-кар-кар. Так. А, у тебя все, да, у тебя все. Ну, коллеги пиротехников мне только не хватало. Ладно, давай. Шо тебя опять? В общем, по выигрыш с одним и тем же вопросом ко мне. Следующий, надеюсь, нет. Чиги. Чё ты приборзел, я смотрю, да? Гуляш! Гуляш? Ой, могу гуляш. Гуляш! Так. Сика-сика. Ну хрена себе, 50 провинций уже. Ты смотри, прям это самое. Ух. Сика! Дукрытку.
Ну, с одним и тем же, понятно. До свидания. О, пиротехникам тут пиротехнический звездец. Там видно ли Барис их чпокнул. Чё ты орёшь? Неинтересно мне с ними дружить и все прочее. Так, давай посмотрим, что тут. Ясно, 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 ясно. Ну. О, карнозавр, все как доктор прописал. Да. Не захлебнись в слюне. Так, мониторинг обязательно. Все. Ну, с учетом того, особо задерживаться ни на чем, наверное, не будем. Вот что? Что и жди? Да. Ясно, понятно. Ну понятно, Итса там лютует во всем. До свидания. Скучно с вами, ребята, пора вам всем сдохнуть. О, торговый Ростов, ну это что так? Да, в общем, пофиг, давай. Мы сейчас тебе 1, 2, 3, 4. Раз, два, три. Как-то так, да. И 1, 2, 3. Вот так вот. Тихо, не харкай в меня. Я тебя понял.
Ты мне уже так надоел, это просто что. Я еще заплатить. До свидания, до свидания. Да что ж такое-то? Вы мне не буду я с ними воевать, сами разбирайтесь. У меня сейчас это еще карасюки придут, а я с вами воевать буду. Это что такое вообще? Давай, давай, бить бичара Аквитании, все, до свидания, все. И шо? Ба, о, Шайтакс. Шайтакс. На следующем появится, да? Тогда здесь закрепимся. Там уж зря я всю эту строю сейчас нахрен вынесу, и все. Это кто это у вас так? Где вы все время это находите, люлей? Что у вас там происходит вообще? Вы их никак не одолеете, что ли? Ё-моё, что ж такое-то? Ням-ням. Вон они, пустые. Я не могу понять, у вас хреново тонна сил. Идите, жрите их. Фас. У вас что, не армия, то крутизна. Давай, фас. Ну, ждем. Давайте, мусорный, мусор, мусор, мусор. Давай, нахрен, нахрен. Ой, как страшно. The final piece of the puzzle. A relic to turn the cogs of the world and bring alignment lay beyond the great falls of Astego. A key would be discovered. One to unlock knowledge, both welcome. Заметили у него телохранитель Крокосигор? Крокодол. Крокодайл местный. Fabric of reality was torn. Да? From the realm of ruin, the Skaven's horned god mocked its prey. Ты смотри, вылезла гнильё. Ух, падла. The celestial event that weakened the vortex was of Skaven design. Местный Гагарин. Армстронг. Ну ты красавчик. Its task complete and fuel expended. The rocket fell back to the surface. When the wreckage was discovered, its purpose remained unclear until now. It was the catalyst to weaken the vortex and goad the other races into action. They knew the reptiles would seek to bolster the failing vortex, but they were ready. Every ritual cast, the magic was stolen. Хорошие. Мешают, блин, мир уничтожить. Ай-яй-яй-яй. Now soaked in ritual power,
the bell will be moved to Earthworm's heart. No. If it tolls 13 times, the horned god shall emerge from the vortex, the world doomed. Then the god was gone. Alignment is close, but Sotek's nemesis may yet bring ruin upon us all. Крысы и змея, отлично. Могучий лорд, коварные скавины хотят вывести своего ужасного бога на поверхность, в наш мир. Этого не должно произойти. Продолжайте действовать, как ранее. Сокрушайте мерзких крысолюдов и сами захватите вихрь. Помойные уродцы. Ну ладно. Ретуклус квасур! Хва-кикексотак! Йог! Шанекс ньюэт! Тлиоэк! Шанекс ньюэт! Ой, надо там было еще что-то делать. Ну ладно. Сожрать их и все. Пазик. Пазик. А, ладно, ладно, так и быть. Прикол. Ням-ням. Ням-ням. Так, где ты? Ой, я чуть тебя не потерял. Вот. Да ладно, упоримся об них и все, чё заморачиваться. Ну вот, и все. Отлично. А ты боялась, только юбочка помялась. Великолепно. Ну вот как-то так это и будет выглядеть. Они без меня справятся. Что творится-то? Что творится? Сколько всего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну шо, сколько, уже все, некуда. Уже, ну тут, ну, пофиг. Так. Тоже уже почти все, да, ну ладно, давай. Маздамунья.
Ну давай. Ишь ты, вах-вах-вах. Опа. Опа. Ну, честно говоря, фигню какую-то я снимаюсь, ну ладно. Так и быть. Всегда подхожу к вопросу именно вот так вот. Как вас ураз? Джак! Пофиг, пускай будет. Хотя... Сейчас просто все это дело объединим. Может даже ему накидаем. А чё? А почему бы нет? Ну, например... Ну, вообще, самое обычное, вот этих надо ему, да? Ладно, короче, забивайся. Ну, сам прыгнул. Ну, давай, ладно. Стремительный удар, ну какой-то, ух ты, какой сильный. Ух, замочил их всех. Прям вот нужную армию завалил, падла какая. Давай, сдохни уже. Ладно, хрен с вами. Чок-пок-мо. Ну вот, тогда будем таким составом тут изображать что-то, да. Ну да. Здесь все равно у меня больше ничего толкового нету. Если только... сейчас. Сообразить-то. Вот так вот. Ну да. Ну, этого меньше мне хотелось. Ну ладно, давай. Ну что, теперь... Ой-ой-ой, иди. Ну что, теперь только эти перебирать. Ходы. Я особо люди ящером не играл, значит посмотрим, как себя покажет армия зверопотамов. Может и ничего будет. О, давай. Агрессия такая, агрессивная агрессия, все. Все, я тебя понял. Я не знаю, кто из вас там. Сосун. Что?
Вроде бы вот прямая линия. Я не могу эту привычку, вот что надо вот именно вот. Все скрупулезно, все как надо. Ой. Ой-ой-ой. Все армии. Ну давай, все армии. Ладно, не будем отвлекаться. Мы хотели. О чем мы хотели-то? Что-то я. Какая-то у меня была мысль. Мыслительная мысль. А! Сюда этого крока запихать точно. Чё? Без дел, чтобы не свонялся. Так, что у меня что-то похитили, да? Мали, урон физический. Урон, что ли, ему впаять? Так, сюда что можно? Доспехи, дисциплина. Ну, дисциплина у него и так высокая. Ну, мало ли, может, что-то еще есть. Вроде ничего интересного больше не было. Так, скрижаль. Какой-то взрыв. А что еще есть? Скрижали какие-то у него. Батюшки, батюшки. Эй, что такое? Обстрел. Корабль Мун бросает тоже стеатрит, бросает такой сын. Этого врага. Против брони. Гумбасин, небольшая область. Забавно. А что это такое? А что это? Ну-ка, дай-к мне. Так, 8 ходов, ну как раз подходит, да. Ну если так, впечатление от игры сейчас, вот, Тик-Так-то и Техен Хауином этим, и давным-давно, я там, когда он только вышел, в 17-18 я играл за Маздамунди. По-моему, Маздамунди веселее. Может, я ошибаюсь. Но он как-то поинтереснее, лорд. Потому что этот ни о чем вообще. Сынки эти, это сплошное разочарование. Этот, господи, Тик-Так-то. Ну, так, на любители с этими стреляющими отрядами. Начинаешь ты у Крокгара, который держится. Хрен его присоединишь. Здесь почему-то всегда влетает больше всего Маздамунди. Его легче присоединить. А, еще я Техен Хауин эту присоединял. За Тик-Так-то быстро вроде относительно. Ну, когда увидел, в смысле, там проблемки у него были. Тоже. А мне Крокгар спокойно держится. Может, мне так кажется. Может, я что-то не понимаю. Ну вот, Маздамунди мне больше всех нравится. Ну, Крокгар боец. За него тоже как-нибудь поиграем. Не ругайся. Вот был бы огонь сейчас. Перед последней битвой, там, Крокгар, например, соглашается. Два лорда всю игру от меня уплыли. Тик-Так, ты Крокгар. А потом раз, и опять соглашается. Хотя я сомневаюсь. Чё ты там говоришь, я сам не понимаю. Поэтому не выпендривайся. Ладно. Не, за Маздамунди тоже сыграем. Как-то я
сама фракция людоящеров мне как-то симпотной стала. Ух ты, Мастамунди, ух ты. Мастамунди. Вот Мастамунди мне интересен. Тут Мадди может полупить. Неплохо так. И чувачок у нее есть, то все там в ближнем бою потом становится более-менее. Ну, ничмо, по крайней мере, из-за этого чувака. То есть вот так вот, неплохо. Тут и обычными магами такая же тема. Но он-то необычный. Он-то крутой. Ну вот как раз будет 6 ходов. Так, а что мы потом сделать можем? Это вообще будет работать все? А, ладно, это уже будет неважно. Перед последней битвой все это можно врубить. Сначала вот это вот. Способность армии, великое заклятие с атакой. Я понять не имею, что это такое. А, как ты меня устал, я тебя устал, надоел ты мне. Иди ты в задницу, а. Идите вы все. До свидания. Нагорит сосал. Ну, что делать? Судьба такая, значит, у тебя. Так. Иди-ка ты, знаешь, вот. Ой, тренировка. Ой, да, восполнение потерь. Какая разница, я не знаю. Может быть, что-нибудь для боя? Что-нибудь для боя, это что? Это какие-нибудь... А что-то ни хрена нет. Ой... Никаких знамен, ничего мне тут больше недоступно, да? Ну ладно. Может, кого-нибудь еще туда это самое? Или не стоит, интересно. А может ты? А давай тогда, раз мне это не сильно понадобится, давай тогда вот так придумаем. Какие затруднения, я не понял. Удружен. Так.
позор. Секвару паутка. Ладно, ладно, иди в задницу только, отстань от меня. Осталось-то сегодня эти гады. Да-да-да-да-да-да-да, бозавраз. О, да-да-да-да-да-да. До свидания. Карамба-барамба, я согласен. О! Летают тут вообще, вообще огонь. Короче, никак не захватит, понятно. Все, до свидания. Бойцы! Надоели вы мне все, короче. Так, через ход у меня заканчивается ритуал. Это последняя серия. За Тхэн Хауина. Сколько ходов? 10 ходов. Можно и сейчас проводить. Да, сюсюк, сюсюк, пусюк. Пусюк, сюсюк. Сутекур Шоксар. Укик Саральцик. Сутекур Шоксар. Ясно, понятно. Интересно, а это будет работать в финальную битву? Я даже не в курсе. А, тоже пофиг, сделаем. Не жалко. Ой, мне даже предлагали это проводить. Ё-моё. Прям ух. И шо, шо, шо. Уже конец, чё ты мне пристаёшь с этим? Вообще не лезь. Прилез ко мне вообще. Ой, наверное... А, вообще какая разница, чё проводить? Ну, провёл, провёл, всё. Ладно. До свидания. Ну что, сейчас мы смотрим биться против всех. Ну прям таки реально всех. Ну что, вставляю в дырочку. Final Fight, все такое, там мы все знаем. The great warding is restored. Energy flows unhindered through the geomantic web. Нагаша тоже летающая пирамида, кстати, ребят. Что-то вы себе на пирамидах помешаны. But the vortex remains in peril. Я понимаю, что это аллюзия на реальный мир, там Египет, Ацтеки, ну ладно. The horned god of the rat spawn threatens to pierce the mortal veil. Forces gather on the Isle of the Dead. А все равно сходняк хаоса не признает рогатую крысу. Даже в Эли Сигмара они типа ты не наш. Коварные серые провидцы Скавенов собираются у центра их и победителей.
Ну я понял, ну мы это знаем. Ну что ты? Ух ты. Ну это если ты продолжишь играть, тебе всяких плюшек надают, да? Ну ладно. А где? Где братва? О, ну ты крут, вообще огонь. О, вот братва. И Лео как раз 20-й смотри. Надавали всякой хрень. Ладно. О! Ничего себе, крут. Солтик литакса. Да, ну ладно. Ну, пускай он лупит. Вроде ему же недоступно было, да? Теперь мы... Ой, там много чего-то всякого, да. Я помню. Не, ну теперь-то мы знаем, что делать. Не, я тебе-то знаю, это лечил. Ничего. Так. Текко, it's a new lot. Да, храбрые служители, вы следуете указаниям божественного инструмента великого змея. Ну и что дальше? Мы откликнулись на зло. Бам-бам-бам. Крысы, шмысы. Ну ты вообще. Да-да, хитроумные, коварные. Планы в планах там. Не помешал бы еще сам Сотек, как он змеюк такая прийти. Я не в курсе просто. Ну что так? О, а что такое? Да, что-то какая-то хренотенька. А, эти вызываются. И это. Ладно, ладно, я не зря же легенду не поставил. Да, планы. Планы в планах. Коварство. Все такое. Что творится-то? Ой. Да? Ну ладно. Да на лорда постоянно кто-то нападает. Тихо, не мешайте мне. Сейчас мы будем это самое... Нет, это мы пока использовать не будем. А вот это. Да что ж такое, это нужно несколько секунд, точно. Шайтан, атакуй, атакуй шайтана. Да, что-то я тормознул. Стоять не будем. Лупим, лупим. Нет, вот так.
давайте, это легкая прогулка, первая банда. Враг отступает, о могучий лорд. Мощь вихря теперь в ваших руках. Пользуйтесь ею с умом и помните, что те, кто жаждет управлять вихрем, уже направляются к вам со всех сторон. Ну, это я помню, это подорожник, все. Темные эльфы наступают, о лорд. Тщеславный король-чародей не должен забрать себе силу вихря. Выстраивайте оборону. Я понял, понял, понял. Да ты можешь угрожать сколько влезть. Ты, не помогает это тебе, болтовня-то. Во. Огонь вообще. Вообще огонь. Так, я что-то это самое завафлился. Так. Заболтался. Нормально, вали их нахрен. Да, где? Это мы оставим напоследок, наверное, да? Жаль, шпаль, там все такое. Блин, 5 секунд. Ну что ты, ё-моё. Идет этот хрен маршал. Так, сюда давай. Угу. Болтай. Что там с магией? О, нормально. Так. А кто у нас тут главный? Это вообще как будто просто дракон. А вот и Меликейт. Ага. БДД еще. До свидания. Голод!
давай, сдохните уже. Ну что вы это самое? Я прям не знаю. А, это эти эльфы. Я думаю, какие подкрепления еще? Вы что, ребят? Высшие эльфы появились на поле боя, повелитель. Укрепите оборону. Сыны Ултуана отчаянно жаждут перехватить управление вихрем, надеясь предотвратить погружение их острова в водную пучину. Я помогу, ребят. А вы не хотите, ну ладно. Так и быть. Не, не хочешь, ладно. Хорошо. Лупи, лупи по ним, лупи. И чё? Вот основная сила пошла, да? Tuck!
Вали, вали, вали их. Убиваем. Все, понеслась, я понял. Вообще никогда. Что это такое вообще? Да? То есть это какая-то штуковина? Ладно. А, это вот такая штука. Ясно. Давайте-ка вот туда, вот туда, давай. Давай, добивай уже, все, финальная битва, все. Да, все, майн. Про мунтикор, про этих забыл вообще. Чё качал, спрашивается. Все, до свидания, победа. Враги отброшены. Да вообще, я удивлен. Враги отброшены. Победа. Ну вот и закончилось прохождение за Техан. Хауин, букву не пропускаем. Все, коварные скавины дрогнули и списком разбежались перед вашими несгибаемыми легионами. Это вот ты 20 вот этих. Это легион, я понял. Все, главные пацаны выиграли. Это ящеры, там, сланы, там, все такое. Они по. Формально.
spawn cleansed from sacred shores. The vortex is secure. The matrices of the Great Warden enhanced. But the vortex has new, cold-blooded owners. This was always part of the plan. The mage priests read it in the stars long ago. Now the next stage can begin. Commence the purge. Вот так вот. Ну что ж, закончилось еще одно прохождение. За 263 хода. Ну что ж, всем пока. Следующее прохождение будет, скорее всего, за... Ну, либо Берег вампиров, либо Царь гробниц. Подумаем, конечно, может... И темные эльфы. Но это будут точно не лютые ящеры и не красяки. За них уже поиграли. Хватит. Пока. Пока хватит. Всем пока. До встречи.